подожди. Ну, главное, если что, это самое. Ты его снимаешь, что ли? Да. Я сейчас. Ну, главное, если что, это самое. Да. Личных вещей не обсуждайте, потому что звук тоже лишен. Ну. А у меня все-таки личные вещи, так чисто по работе. Ну, мало да, по работе как-то. Не, хорошо. Я про работу, я очень хорошо. Да, мне кайф. Даже сзади можно не пристегиваться. Нет, почему? А? Почему? Там тренировка. Так-то если по правилам, если есть ремни безопасности сзади, обязательно надо пристегиваться. Сейчас даже отдельно пассажир штрафует. Да, это такая хрень. Штрафуют у тебя и у меня. И водителя штрафуют, да, и пассажира протокол составят. А вот если у тебя нет документов, тебе доставят в участок для выяснения твоей личности. Ну, боже. Да, ты чё? Норвегия. Пугал, напугал. Вчера на заправку ездили, олень нас решил обогнать один. И сразу нарвался на гаишник. Только обогнал. Иди сюда. А там ничего нельзя обгонять? Можно. Ты что, вас превышением обгонял? У нас 90 было, а у него 110 лет. Возможно, допустимое 90. Ну вот так вот нефиг гонять. Хотели, знаешь, я в газете когда читал, когда расширение трассы сделают на Березняков, поставят знак автострада, и можно будет 110. Но как ты Екатеринбург ехать, если через Лобаново? Через Вильню попробовать проехать, если получится. Там хоть, если через ферму не проедем, то там назад далеко не вертаться. А, ладно. Обратно куда хоть через Вильню можно проехать нормально. Ничего не получится. Там хорошую тряпку буду и все. Я вон полотенце вижу. Вот Ники, я хотела для всей очереди такие было.
плохо ездить. Я думал, они впендюрились. Так просто стоят. Ну, прикиньте, я в том году когда в Пензе ездили, да? Да. С Фейкой, да, с Ольгой. Да. Ну, на теплоходе покататься. Да. И там, короче, отплывает Асталия, и там песенка такая. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Да. Короче, что ты думаешь, я выложил это видео, ну, сделал фильм, выложил интернет, короче. И вот из этой песни мое видео выключили звук на территории России. Из-за ограничения авторских прав. Представляешь? Почему да? А потому что у нас в России есть авторские права хреново. Да. Мое видео можно было только слушать в США и в Германии смотреть. Ну еще там какие-то европейские страны. А в России звук выключен. Мне пришло предупреждение. Ну что, звук в России выключается. Да. А в других странах можно смотреть нормально полное видео. Ограничение авторских прав. Это требование правообладателя этой песни. Студия там какая-то немецкая, там они в Германии эту песню записывали. Вот собаки, представляете, какие уроды. Везде бы такая дорога была бы, а? Да. А сейчас скоро сделаю. И ехать безопасно. Да, стоять перед ним. Обгонять безопасно, ехать нормально. Все это красота. Вообще вот такие дороги вообще безопасны. В случае чего с отречкой какой-нибудь придурок пьяный не вылетит на тебя. Да. Даже если так кого-нибудь замахал, успеешь заморозить. Конечно, и гололед мало ли, вот всякое бывает. В вашей ширине дороги успеешь когда обойти. Успеешь скажем, не нету. Да. Так, конечно. А то, блин, так ты что случись? Что и сюда не вылезешь встречку. И вот мы этого тут заболтаем. Все. Все. На таких участках аварийно сразу падает. Вчера почистил камеру, аккумулятор полностью зарядил. Так это, блин, купить переходник бы, прикуриватель. Все можно, блин, только память не заполнить полностью. Посмотрел это, а? Телевизор посмотрел маленько, живая станция. Ну потом же, я сейчас за компом сидел, я спать хочу. А у тебя не стали смотреть? А это пасты прополоскало там с водой, и все. Что я за один раз не буду? Мы вчера не стали смотреть, мы эти уральские пельмени смотрели.
Обгоняют фуру под знак, разрешающий обгон, да, и разметка позволяет, да, например. Что, ё-моё? Там встречка за встречкой идет. Он и не обгоняет, главное, и вылезает, и ближе сюда, да. А чего значит? Не прогоняет. Да, походу, чайник сидит или баба, блядь. Надо встать маленько. О! Давай! Встречка идет, давай! Нет, я к этому говорю. Что такое булочка? Поблагодарил. А? Поблагодарил. А? Это который?
пофиг. Пусть меня поменяют все. Я так тихонько поеду. Все равно, по-моему, маленькое стекло. Там там затекает куда-то еще. Это писка. Волоса на стекле, ладно? А я там у меня резинка почему-то отогнулась. Все. Главное. Хреново. Я буду чайник чекать. Я буду за всеми медленно ехать, за всеми. Я лох, меня обгоняйте. Валера. А человек никуда не торопится, есть машина. Он может ехать еще. Нормально. А, он едет. А, далеко. Не, нафиг, ты за рулем, ты сам смотри. Черепаха. А человек никуда не торопится, нафиг ему спешит. Ну, если и плетется, и все. Он же не едет медленнее всех, едет как все. Вот, пошел, давай, Валера. Ой, я тебе. Зачем левая рука? Правой руки неудобно, да? Да-да-да. Мне очень удобно обгонять. Где идут еще? Все, и знак начал. Все, едем нормально. Сейчас пока в гору не подаемся. Никуда не спешили, все нормально. Здесь же вдали никого не было. Сейчас нафиг узнать его. Но может по самых березняков поедем. И там. Как они здесь люкают сидят, все. Сейчас ноги потом в гору. Знак там, он там кончается. Опачки, давай, давай! Сторонам его. Тем более здесь сильный боковой ветер. Машину и так кидает. Сегодня погода просто супер, да? Самое то. Вчера вообще холодило. Ведь вещи за вечером, когда приехали-то от Паша. Вообще такое, ну, на хайпе. Вся околела, блин. Около 11 где-то, да, по-моему, ходили. Вообще, да, где-то так около 11. Ну, нормально заедешь, дорога не надо. Штабы, когда ездили в том году с Игорем, видео выложил, да, потом обратно, когда ехали. И один чувак, он где-то живет на Баме, а там дороги такими местами, короче, там вообще камни какие-то там, блин. Он показал машину из Иркутска, гнал, видео снял. Там по таким дорогам ехал, мама не говорит, короче, несколько дней ехал, 2-3 дня он ехал. На своей деревне, да, это, короче. Прислал мне такой, как я мечтаю, чтобы у нас где-то такие дороги были. А какая у вас машина? Он себе УАЗ купил. Патриота. Ох, со стенку Вадим. Вадик. Не, Вадик это Вадик, а Вадим это Вадим. Это два разных имена. Почему Вадик? Вадик, ты пишешь Вадик. Вадик и Вадим это одно и то же. А нет. Вадик это учитель на сходе, а Вадим это уже более серьезно, так что. Не
не знаю, все равно ты не права. Стирали. А вот. Нифига, это имя одно и то же. Нет. А вот если так, допустим, я буду вот, если вырос человек, да, пусть убила семья, как будет звать их детей, отчество такое будет? Вадикович, что ли? Да. А где Вадимович? Да что, Олежи? У нас здесь все в порядке, так что нормально. Вадикович. Ага, Вадикович. Это что за Чиркистан, однако, поедет? Или Ванюкович. Ага, Хуйкович. Вот они, Вадимовичи. У нас преимущество есть. Это значит, дави всех. Я прошу тебя, тут тоже расширяет. Да, так это везде получается. За самих там внизу гаишники стоят с радаром. А? Ага. Наверное. Что, прямо в выходной день, прямо с утра? За остановкой. Частенько стояли, там еще полка ни хрена не видно. И машину за остановку. Опа! Ага. А ты такой же, вау, подсох, да. Иди сюда. Летишь такой, я говорю. Как ставить классно. Я ему такой сказал, ты, быдло, иди сюда, да, иди. И потом, говорит, 3 месяца ничего не помню. Расширение какое-то у них странное. Сначала шло справа, теперь вот тут. Либо теперь справа как-то так расширяется. Понимаю. Где удобнее, допустим, да, там и там делают они. Вот там смотри, а там видишь, он трансформатор стоит. Получается, сначала же шло слева, а теперь справа получается. Да без разницы. Потом асфальт выложили, разметку перекрасили, да и фото будет. Как надо, так и сделали разметку. Конец всех ограничений. Можно 220 тебе. Через 100 метров обгон запрещен. Да, тут реально. Ну, а конец ограничения, а потом обгон запрещен, да. Не успею за 100 метров обгонить кого-нибудь. Только на встречку выйдешь, уже 100 метров пролетел. У нас, походу, так только в России делают. У нас, может, из-за перепадов. Я буквально вчера видео такое видел. Короче, главная дорога идет и плавно поворачивает налево. И знак стоит, главная дорога поворачивает налево. Спереди примыкает, как бы, получается, второстепенная, да? Только поворачиваешь налево, стоит кирпич и дорога перегорожена бетонными блоками. Вот ночью так вот. Улети-ка. Нормально там вообще. Нормально. Так вот особенно, не знаю, да? Да, конечно, блин, идешь, там поворот-то плавный такой, его видно, да? Только поворачиваешь, и бетонные блоки стоят, и кирпич перед ними. Нет, потом я покурю. А? Да, покурю, потом я покурю.
что, вытряхивать не будем? Делать пепельницу на другого? Лучше пепельниц, а то... А, если пепельниц, то... Сейчас там где-нибудь остановимся. Там полная.